Ребятки, всем огромнейший респект. У нас сегодня запеченная уточка. Без яблок, без апельсинов, просто запеченная уточка. Я ее мариновала в холодильнике сутки. У меня тут овощи обжарила. Ну, это есть такие, знаете, мексиканская фигня, короче. Вот такие. У нас есть салат. Огурцы, помидоры. Еще у меня багет. Свежий багетик. Не багет, чиабатта. Из Пятерочки. Всем приятного аппетита. На что ты молчишь? Всем приятного аппетита. Вот я как-то брала у них вот такую чиабатту. Прям горячая еще была. Домой пришла и сожрала ее полностью. Че, вкусно? Ножку отламываю вот так. Я тут больше на грудку заглядываюсь. Ну где ты там отламываешься-то? Ой. А. На. Мам, мне грудку. Да? А что я соус-то не налила никакой, дочь? Я ничего знаю. Мне нужен соус. Такой запах. Знаете, ребят, я первый раз в жизни готовила утку. И вообще первый раз в жизни ее буду есть. Где тут вообще она? Что-то. Ну, обожди. Секунду, я соус достану. Она так и сидела застывшая, перцовочка. А что я сюда прям херану его? Лосички. Она из-за меня, походу, начала все остро есть. Я буквально 10 минут, нет, 5 минут где-то обжарила. Ой, I'm sorry. Посолила, поперчила и все. Утиная ножка конфи. Это как с кухни, сериал с кухни-то смотрели? Вкусно. Да? Мясо не как у курицы, такое сероватое. Прям муха. 2 часа, короче, под фольгой. И... 15 минут под верхним газом еще. И все вспотело. Как у вас дела? Как настроение? С овощами-то классно. Тут красная фасоль, горошек, морковка, брокколи, картошка, фасоль, стручки. Я раньше на диете, когда сидела год, я часто вот такое брала. Обжарю себе на кокосовом масле и ем. А ты что молчишь? Я ем. Рассказывай. Опять я как негр. Почему как? Реша, так и есть, да? Да. Когда-нибудь не была негром? Нет, всегда. Не видно вот. Им не видно, а нам видно. Вот оно вот. То, что она дымится. Угу. А дымок такой идет, пар. Угу. Специальную форму, короче, купила в светофоре. Блин, в фикс прайсе. Такую, знаете, фольгированную. Вот туда замаринованную эту утку, под фольгу и в холодильник. А еще я в духовку. Интересно, человек будет долго догадываться, что ему здесь не рада. Ну вот что за человек? А это бесполезно. Пока трубку не возьму, так и будет. Thank you.
Как у вас погода? У нас тепло. Тепло, да, сегодня? Ну, примерно, да. Чиабатта. Они прям в пятерке выпекают. Да. Свеженькая выпечка. ПП овощи у меня. Еда не ПП, конечно. Типа худею, хэштег худею. Да. У тебя как настроение-то? Такое. Чего, нету? Понимаю. Завтра в больницу поедешь с утра. Наверное. Не, наверное, поедешь. Не будет температура. Который день? Уже третий день. Это ненормально. Просто третий но день. Воскресенье-то у меня не было. Третий день температура 37. Воскресенье, субботу у меня не было. У меня было в пятницу. Сегодня, кстати, понедельник 23, да? Да. А я всегда говорю число видео. Ну, просто... Ну, я сказала, как будто сейчас какая-то информация будет важна. Ой, мозги. Чё, свинячишь-то? А я чё, вижу? Это видео вы увидите завтра, во вторник. Завтра. Да. Они будут смотреть, я же тебя завтра ещё должен посмотреть. Да-да-да. Потом ещё завтра, потом ещё, ещё. Ном-ном-ном. Сколько время? Без 7-4. Первый раз ели кушать. Они же не такая грудка, как в курице, дочь. Да, это не так много. Тут это очень мало мяса, она костлявая. Угу. Гуска, это жопка, утиная жопка. Где? Вот. А, так я жопу ее ем. Почему жопу-то ешь? Вот жопа. Так грудка здесь. Это грунда. Давай поменяем местами. Кого? Ну, перевернем вот тарелку. Не надо. Я хочу грудку. Вот тут ковыряй. Обрызок поставила. Смотрите, люди добрые. Да. Потому что у меня тут грудка. Или там она грудка. Где она? Она внизу. Она вроде внизу. Не знаю, мне насрать, у меня ноги. Я есть хочу. Да, она вон внизу, смотри. Это же она? Да. Настя! Вот мясо, ешь. Пускай у них вот так будет. Блядь, поставь нормально. Поставь, я сказала, нормально, как было. Что это за уродство? Мама, я хочу мясо. Я тебе говорила, я буду есть только грудку. Только до нее добраться еще надо. Что она сделала? Что это такое? Ты посмотри, посмотри, что там на камеру. Что за хрень? Мясо. Сейчас еще локтем мне. О, боже. Шкура, иди отсюда. Бедная утка. Как, я не знаю, это издевательство какое-то. Она не живая. Забери ее. Думаешь, я это хочу? И что, ёбнем, блядь, мне ее? Я сейчас тебе пиздану точно. Да стой. Тихо. Вот тряпка. Ой, хрустнула, слышала? Да. Старуха. Она немножко опустилась. Буду так сниматься. Ну ладно. Давай еще вилкой в очко мне воткни. Мам, очко там.
Да, очки. А, ну ладно. Очко там, блин. Мелко в глаз или в какой раз, да? Где? Заколебал ты своим локоточком уже костлявым. Вмахать возле моего носа. Давно мы так не сидели, ребят. Ты с белого дня воруют жрачку. Да не боишься, что ты боишься. Что ты тут еще вообще? Я за мясом. Ну и видос. Нормальный видос, что не нравится. А нож не взять? Дай. А там? Нет. А не знаю, чем ты резала салат? Да, куда ты его делала? А не знаю. Тут приятно говорят, видишь, чтобы ножку взять и есть мясо. Сидишь, колупается. Она везде ободрана. Со всех сторон ее ободрали. Я там ноги вырвала, ты ковыряешь, сидишь. Ноги вырвала. Монстры. Да, кинулись на эту утку, ободрали, обобрали. Ой. Там час, а? С этими культями. Ну не тушусь. Приятно тебе будет так, нет? Мне вообще пофиг. Вон, ковыряй той рукой. Да харе, слышь? Дай помидорину-то. Ты же мотница. Ложку дай. Помидорину дай одну. Одну помидорку и все. У тебя там свои помидоры есть. У меня нету помидоров. Есть. Вор. Я обиделась на тебя. Вор. Обжор. Это компенсация за удар локтем. На. Ты меня с локтя всекла. Специально как будто. Специально. Нет. Жмотная такая. Ну все, ребят. Немножко трэш-мукбанг. Кто-то похабить даже получил. Не без этого. Спасибо, что похавали с нами. Ставьте лайки, пишите комменты. Мы всем вам очень рады. Всех обняли. Всем пока-пока. Салам.